как растут быстро. Сейчас жара начнется, вообще на огород не выйдешь. Да? Не знаю, выйдешь. Ой, глянь, наша невеста тоже какая стала. Угу. Утром она была не такой красивой. Это лыча. Да. В этом году ягод было много, в этом году, наверное, будет мало. Год раз, год больше, год меньше, как яблоня. Наоборот. Глянь, сколько цветов, если мороза не будет. Да. Конечно. Ну яблонь не было в прошлом году, а лучи было много. Слава победителю, ни одного яблока не было. Ой, я хочу это, хотел кое-что поопилить. Вот эту хочу грушу немножко опилить лишнее. Может, не надо? Да, эту ветку хочу убрать. Плоды пусть даст. Да хватит. Другие лучше нальются, а эти. Подобрали с ней это, нежданно, негаданно. Ой. Вот это, друзья, думаю, или на металлолом сдать, или... Это вот печку хочу сделать. Здесь же вот хотел оранжерейку делать, пристраивать. Печку. Готовая плита. Вот эти обрезки. Да, я все время их использую. Тут у меня вообще было много-много. Я за год столько использовал. Это уже остатки. Это все остатки. Поубирали все лишнее. Не знаю, может, как разозлюсь, как сдам вот это. И мороженое куплю. Чьи это орехи? Куда их? В ведро? Да. А ягоды когда появятся? Через 2 недели. Это же малость. Да, все, мне пошла. Малость. Картошечка жареная. Обожаю. Это... Прям не знаю, это прям ты мне угодила, угодила. Угождаешь. Это хорошо. Какой салатик занести? Мне все мало, а ты осталась. Так, хватит баловаться водички. Вот как чесночок пахнет. Угу. Так, вот это надо убрать. Уже все, наверное. Конец. Выбросить все. Там капелька есть. Обожаю картофель с чесноком. Как хорошо уже зелень с огорода. Да, уже. У кого-то снег. А у нас сегодня лето. Вечерком рассаду буду заливать. У нас желтеет солнце, такое жаркое в теплице. Ну, как ароматно. Надо было вначале. Друзья, ну, у Надюши женский клуб опять в гостях. У меня где-то тут была ножовка. Кстати, я в теплице тоже немножко подобрался, но еще продолжу. О! Оса кочевряжится. Я так думаю, тепловой удар. Скорее всего, тут очень жарко.
летают. Ой, там шершень какой-то. Так, еще рассадку сегодня поливать буду. Она у меня тоже, вот листочки некоторые желтенькие. Это перчик. Ну, еще немножко влажно. Нормально, вечерком все позаливаю. Ночью холодно, днем жарко. Думаю, может, на улицу все вынести. Друзья, у меня еще есть вот здесь за домом саженцы. Вот я тут кое-что прививал на них, что-то пораздавал, что-то себе там в садок посадил. Там в конце два ореха, это дикарем выросли, я не знаю, куда их пересадить. Нет, там вот в крыжовнике. Крыжовник начинает цвести тоже, друзья. И крыжовник цветет тоже. Все цветет, все пахнет. Пчелки гудут, летают. В общем, тут есть дичка, есть привитые деревья. Вообще надо пораскорчевывать, оставить тут несколько штук. Вот это вот сортовая яблонька. Это, друзья, Pink Lady. Одна и вторая. Вот это лично надо поубирать, и вот и все. Это меня попросили сегодня. Тоже подарю. Тут, в общем, сейчас расскажу прикол в чем. Вот сам корешок, он и к нему что прививаешь, будет расти карликовая. То есть любой сорт яблони прививаешь к нему, и яблоня будет такая вот она, ну, высокая, но она будет тоненькая, вот, будет плодоносить, то есть ее формируешь, вот, подвязываешь. Ну, вот ее сажать надо вот так вот, то есть не выше, это уже почка привитая. Если закопать вот так вот, то здесь пустит свои корни яблоня и вырастет такая, какая она должна быть от природы. Вот, а если вот так вот ее закопать, то она будет карликовой. Такая вот тема. Но это здесь уже она поросли давала, ничего страшного, это я просто росток отрубил. Это все нормально, все оно приживется. Так, сейчас это надо все замотать. Кучка почти вся сгорела. Я бы сказал, почти без дыма. У нас сегодня пасмурно, вон там вот где-то солнышко. С утра было жарко, сейчас под вечер пасмурно. Это я уже новых веток набросал. Так, кучка очень быстро сгорела. Надеюсь, это тоже догорит до вечера. А здесь, друзья, я прививал вот это, да? Осенью прививал
и вот это в конце сентября. Ну, оно не прижилось, потому что это был конец сентября, столько движения практически уже остановилось. Вот, и ну вот оно так приросло, но почка питания не получает. Здесь тоже засохло. Вот, эксперимент оказался неудачным. То есть где-то середина августа, начало сентября оптимально прививать почки. Именно почки, не черенки, а почки. Конец сентября уже поздно. Видите? Нет, безрезультатно. Думаю, в этом году будет попытка номер два. Яблоня у соседа осталась. Так что возьмем еще почки, только пораньше чуть-чуть. Отпусти их! Нет, они тюльпаны сидят. Тюльпаны погружены. Дама с собачкой. Наталья тоже работает. О, а что ты посадила? Цветочки посадили. Ага, Игорь, отпусти, дай. Открывай калитку, Алиса. Ой. Конечно. Мама, глянь на них, я не подключу. Как дела? Нормально. Я вообще хочу этот, я не знаю. Вот это я пообтирала, видишь. Веревочка не тянет. Не тянет? То, что купила, не подходит. Ну, вот ты из колготок делала, что? Вот из колготок, наверное, буду делать. Уже наверняка. А, видишь, обкромсал вот это, я так поняла, что это от воды, наверное, желтеет. Ну, это как сказала это Женя. Хожу пила. Может, от цвета. Вообще ничего не слышу. Там просто показывает. Да. Я ничего не слышу. Сейчас пойдем в дом. Ой, сколько ты одетих? Это все на улице будешь высаживать? Надо же цветущие продавать. Ой, ты чё? А, это мои. Чё? Помидоры, да. Я саи винишу возле теплицы поставила. Полила, да? Немножко. Вот насчёт пива. А это что такое? Это баклажаны. А это что? А это астра. Астра? Принцесса, ты смотри, там не выпади. Я королева. Королева. Друзья, продолжаем читать послание, второе послание к Коринфянам, 13 глава, с 5 по 8 текст. Проверяйте себя, верою ли вы живете, испытывайте себя. Вы же знаете, что Иисус Христос в вас, если только вы не из тех, кто не выдерживает испытания. Что же до нас, вы, я надеюсь, убедились вполне, что мы испытания выдерживаем. И мы молимся Богу о том, чтобы вы не делали ничего худого. Не потому молимся, что хотели бы, выдержав испытания, получить одобрение, но дабы вы творили добро, даже если бы оказалось, что мы испытания не выдержали. Выдерживаем или нет, я не могу поступать вопреки истине, а только по истине. Такие слова, друзья. То есть... Но здесь говорится о том, что не надо смотреть на других людей. То есть кто-то, допустим, впадает в грех или во что-то, да. Вот. А, то есть не надо никогда смотреть за собой. То есть неважно. Вот
авторитетный человек или нет, что он, как он поступает, главное самому поступать правильно. Спасибо, что вы с нами, друзья. До встречи, пока.